Գյումրիում 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ին բացվեց Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն, որն ըստ էության Երևանում 2009 թվականին բացված համանուն կենտրոնի մասնաճյուղն է։ Նշենք, որ գիտության և մշակույթի ռուսական 95 կենտրոն գործում է 90 երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Այսօր օրագիս դրատվականի տաղավարում հյուրընկալվել է Գյումրու ռուսական գիտության և մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Հարություն Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարձումյան։ Добрый вечер. Որոնք են կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները։ Основная цель деятельности Российского центра науки и культуры в городе Гюмри – это расширение и углубление российско-армянских отношений в гуманитарной области и оказание максимального содействия в развитии таких направлений, как образование, как наука и культура. Որքանով է կենտրոնը նպաստում հայ և ռուս ժողովուրդների մշակութային համագործակցությանը։ Я думаю, это основная цель и основная задача, которую мы преследуем. И все мероприятия, которые проводятся Российским центром науки и культуры, направлены именно вот на эту область, чтобы значит, общество, как и в России, так и в Армении, были понятны друг другу и были более восприимчивы. Это в области традиций, в области образовательных процессов, которые происходят. Это первая задача информированности и оказания содействия в развитии именно отношений в этих областях. Ընթացիկ ծրագրերի մասին խոսենք եւ առաջիկայում ինչ ծրագրեր եք իրագործելու կենտրոնում։ Ну, с 18 года достаточно активно развиваются процессы в области образования. Российский центр науки и культуры в Гюмри подключился к процессу по, значит, по образовательным программам. Здесь в Гюмри и в городе, значит, Ванадзор Ларисской области были представители наиболее престижных российских вузов, которые проводили семинары, проводили курс лекций с преподавателями русского языка. Это в плане укрепления и развития педагогических навыков педагогов русского языка, которые преподают в армянских школах, оказание им методической помощи, помощи, значит, методической литературой, вот, и оказание научной помощи в педагогическом процессе. Ինչպես կգնահատեք ռուսաց լեզվի իմացության մակարդակը Հայաստանում և մասնավորապես Գյումրիում? Те школы, значит, в основных школах мы уже работу такую проводили, проводятся вот совсем недавно, это было вчера и позавчера, проводилась Олимпиада, второй этап Олимпиады, так как из Гюмри, Ванадзора, значит, было зарегистрировано наибольшее количество участников, это из средних образовательных учреждений, вот, поэтому решение было принято, значит, российским центром тестирования, значит, провести очную олимпиаду в городе Гюмри. И, значит, все участники, которые прошли первый этап, второй этап уже проводился на базе нашего центра. И сами специалисты и работники российского центра свидетельствуют, что уровень тех школьников, которые принимали участие в Олимпиаде, и в целом достаточно хороший, чистый язык, значит, образование хорошее преподается. Но я думаю, что образование – это явление такое, что, которое требует постоянного совершенствования и развития, так как и наука, педагогическая наука, она не стоит на месте, вырабатываются новые технологии, новые методики в образовательных процессах. И это очень важно, чтобы те достижения, которые есть в российских школах, они стали доступны и для педагогов в армянских школах. Եվս մեկ հարց, ինչպես է գնահատում ձեր կենտրոնի և Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության այս տարիների համագործակցությունը? Очень положительно. Я думаю, чем больше средств массовой информации, особенно таких популярных, что вот характерно для Армении, телевидения, вот, чем больше таких каналов, тем больше информированности населения как по внутренним процессам, проблемам, событиям, которые происходят, так и то, что происходит в внешнем мире. Это повышает информированность и в какой-то степени, наверное, и уровень культуры, и информированности, образования населения. И это очень важно, что так много телеканалов здесь есть в Шаракской области, и вот эта работа ведется. Работа с вашим каналом доставляет нам, конечно,
удовольствие. Вы наши частые гости. Мы очень рады вас принимать на тех мероприятиях, которые мы проводим, результаты которых вы освещаете и доводите до населения Шаракской области. Ինչպես եք վերաբերվում լուծարման գործընթացին, փաստին? Я тоже об этом слышал. Конечно, жаль, что вот будет отсутствовать еще один такой важный источник информации для населения. Вот. Ну, мы надеемся, что найдутся, значит, новые пути, новые способы, чтобы можно было восполнить вот, в будущем ваше отсутствие, развивая вот, отношения с другими средствами массовой информации. А может быть, я точно знать не могу, потому что не исключено, что, может быть, и, значит, где-то вы найдете новый формат, в рамках которых вы будете осуществлять свою деятельность. Шнуракалуцион, вор, Хиронкалвелек, мест. Спасибо.